Ой, здравствуйте! Как неожиданно, что вы пришли. Привет! Это мой дом, это наш выпуск ЧЩ, который будет домашний. Пойдемте. Настя, что это такое? Ты ничего не показала, ни с кем не познакомил, Настя. Это твоя обязанность. Вечернее шоу, молодежное, развлекательное. Всем привет, здравствуйте. Мы находимся на квартире. Сейчас я вам покажу вообще все. Настя, замечательный редактор этого шоу. Оператор, точнее. Вот, давайте разворачиваемся. Тут вот Леша выбирает, что себе покушать. Он обычно редко кушает, он на диете сейчас. Но он пытается, он проводит фокусы разные с холодильником. Пошли дальше, пошли. Не задерживаемся. Тут у нас вот Никита, он наказан. Стоит в углу. Он очень плохо себя вел. Так, нужно обратно повернись. Кто это? Матвей, наш звукорежиссер. Видите, тут вот прям все, звук, там синтезатор, звук. Не знаю, как другие вещи называются. Пошли, вам придем, покажу. Его главное не спугнуть. Ты занята? Вот Родион. Вот. Наше шоу. Он читает. Наше шоу. Про ни о чем. И... наша замечательная ведущая Мила Йовович. Ой. Настя. И я соведущий. Максим. Я сажусь. Сейчас погнали, садимся.